Привет! Hello, дорогие друзья! Как у вас дела? Привет! Тысячу лет не виделись. Привет! Как ваши дела? Здравствуйте! Мы сидим в Айра. Мы сейчас будем вылетать уже. У нас закончились наши гастроли в Турции. Привет, приветусики. И мы вылетаем уже в Москву сейчас. Мы вот сидим здесь. Кирилл Сергеевич. Я. И мы вот, собственно, ждем свою посадку в Анталию. В Анталию. И чего, как у вас дела? Что вы там делаете? Привет. Чего вы там? Вы читали, какой у меня график будет вообще, да? Мне кажется, что это этот месяц, начало месяца, он будет какой-то невероятный, знаменательный. И... Ой, Новошахтинск, привет большой вообще всем, кто был у меня на концерте в Новошахтинске. Так приятно. Я до сих пор получаю ваши сообщения с любовью и с такими теплыми словами. Мне прям очень-очень-очень сильно... Это радует. Вы пишите мне, если был какой-то концерт и вам понравилось, вы обязательно мне присылайте свои мысли, чувства. Я все читаю, я очень сильно радуюсь. Нет, у меня не будет концерт в Лос-Анджелесе. Я лечу на большую премьеру. Меня пригласила большая компания кино. Я буду смотреть эксклюзивно. В общем, все вам расскажу. В общем, я лечу не как певица, а как... Celebrity. А я буду, да. Вот сейчас я сижу здесь. Вот. Это сетшот от Элла Стори. Я в нем. Он очень крут, вообще невероятен. Я его прям очень люблю. Сейчас самое время. У нас, кстати, в Элла Стори, сейчас я прикреплю. Как прикрепить? Как прикрепить? Как прикрепить ссылку? Скажите, пожалуйста, сюда. Как ее прикрепить? Вы знаете, если знаете, напишите мне. Ругаются, кто-то там кричит, опаздывать, опаздывать. Кто, напишите мне, как прикрепить ссылку. Что это Элла Стори. У нас, кстати, очень крутые костюмы новые вышли, мятные и оранжевые, просто прям невероятные. Что вы, Шантарам выйдет до сольника в Москве, слушайте. Ну, мы, кстати, думаем еще, будет сольник или нет. Будет? Ну, если он как бы будет, но мы просто, у нас такой график, что это прям невозможно, и мы просто ничего не успеваем, и у нас нет ни одного свободного дня в сентябре. А те дни, которые у нас были под вопросом, что без концертов и без съемок, у нас они забиты уже другими съемками для Первого канала, еще что-то, и у нас прям сложно. Поэтому мы очень переживаем и не хотим, у нас прям какая-то crazy ситуация. Как Моника? Моника, хорошо, спасибо, что задаете этот вопрос, мы только сейчас говорили. Моника сейчас находится, и спасибо, кстати, всем, кто прочел интервью для Hello журнала. Вышел сейчас журнал Hello, я там впервые, и, надеюсь, последний раз рассказала всю историю нашу, которая произошла с Моникой, это было прям сложно. Это, наверное, самое сложное мое интервью, которое только было у меня. И спасибо всем, кто прочел, всем спасибо, кто написал. И слава богу, этот сложный период в жизни моей закончен. Все. И мы стараемся жить дальше и стараемся жить хорошо. Сегодня, кстати, у Макса день рождения. Макс, Лэ, мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе счастья и будь самым счастливым. Что вы? Что будет в интернете? Кто будет в интернете? В Харькове? У нас будет в Харькове концерт? Это мой директор. Когда? Мы только недавно выступали в Харькове. Еще выступать в Харькове? Мы только сейчас. А где мы еще выступаем? А мы в Радмире можем еще выступать. Или где еще? А, Миста. Я обожаю Миста. Это же мой любимый вообще клуб в Харькове. Я его прям люблю. Кому еще привет передать? Пишите. Мы сидим с
сейчас ждем, ожидаем свой рейс, посадку. Вот, собственно говоря, я и мой мега супер крутой директор Кирилл Сергеевич Павлов. Мы же 200 тысяч лет вместе, мы уже, наверное. Санта-Барбара, вот видишь, а ты не веришь в Санта-Барбару. Пишет, когда Санта-Барбара выйдет. Вам понравились? Короче, у меня будет альбом, и мы сейчас вот решаем, как его выпускать, потому что у нас есть несколько путей выпуска его. У нас есть один выпуск, это путь, это выпускать его синглами и выпускать его альбомом. Мы пока определяемся, как лучше. У нас много очень-очень крутых песен. Я горжусь тем, что мы, ну, наверное, 5 написала я сама. Это был прям, и они крутые. Шантарам, моя любовь. Запомните это слово, запомните это название. Это будет прямо песня, которая будет сейчас синглами. Танюш, ты пишешь синглами? Я, кстати, тебе верю. Ты у меня вообще профессионал. А, в общем, может быть, мы будем выпускать его синглами, может быть, мы будем выпускать его альбомом. Привет из Липецка. Липецк, привет! А, что еще вам сказать? Москва, привет, конечно, мы к тебе летим. Что? А, да? А, передай все. Косте привет. Костя, привет! Полиция, привет! Привет, привет. Кому еще привет передать? У нас, кстати, столько друзей вообще везде. Я так радуюсь, что мы все прям дружимся со всеми. Всем привет. Кто нас сейчас смотрит? Привет, привет. И еще раз. Итак, у нас куча новостей. Еще я лечу сейчас. У нас будет мега сумасшедший перелет уже. Я завтра на один день в Москве. Завтра у меня будет крутая съемка. Ой. А знаете, где я буду? А ну угадайте, у кого я завтра на Первом канале снимаюсь. А ну-ка, ваши варианты ответа. Кто угадает первый, я с тем выйду в прямой эфир сейчас. Давайте. Кто? Давайте, фамилию называйте, я сразу вам набираю. Я не знаю, с кем. Ты не знаешь тоже? Приглашаю вас со мной вместе сняться. Ну, сейчас. Ну, Казахстан, привет. Ага, ну кто? Ну с кем я завтра снимаюсь на Первом канале? У кого завтра программа будет крутая? Мараба. Ейск, привет. Привет. Куда вас поставить так, чтобы меня было видно? Вот так вот. Хотите, вас поставлю? Я просто телефон заряжаю. Ира, дай мне. Я Гуччи свою положу и вас на Гуччи. На Гуччи поставлю. Нет, не у Малахова, нет. Малахов же уже не там. Ну, модный приговор нет. Ургант нет. Малахов нет. Барановская нет. Нет. Где логика? Мы, кстати, уже снялись. Где логика? Кто за нами следит? Беларусь, привет. В Ташкенте я буду. 1 сентября я в Ташкенте. Я только не знаю, где, по-моему, это корпоратив. Вечерний Ургант нет пока еще, с Лукашенко нет. Никто пока не угадывает, пускай говорят, нет. Ставки повышаются, где я буду завтра сниматься, у кого в программе? На Первом канале. Крутой ведущий, прямо вообще. Галкин, правильно, набираю. Готовы? Блин, выйти, да. Я только в прямой эфир пошла. Сейчас. Я вам набираю. Братья, ну, отклонил, ну ладно, а уже все началось? Котики, слушайте, я побежала на платку уже, мне нужно лететь домой, я вас целую, да, завтра мы снимаемся с Галкиным, с крутым, мега крутым, завтра я буду где-то на куче съемок, я вас целую, я вас люблю, спасибо, что вы смотрели меня, спасибо, будьте со мной, потому что я прям с вами, love you.